Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, и сегодня мы с вами начинаем проходить Serious M4, крутой SM4. Вот, она, игра недавно вышла, не помню когда, свеженькая. Я думаю, это будет угарно, прикольно. Вот. И весело, крутой SM4. Так, человек против зверя. Это то, что я тестировал. Так, давай. Ну, поиграем вот на среднем уровне сложности, я так понимаю, человек это называется. Здравствуйте, друзья, говорит Билл Корвин, это радио «Свободная Земля». В эфире новости, наступление на Тунгуску продолжается, и войска АОС оттесняются дальше к Иркутску. Тем временем оккупация Франции продолжается уже 4 недели. Ты не собиралась стать видкастером в Альфа Центавре, у меня все было спланировано, уже даже оборудование купила. Джон, я работал поваром, ничего особенного, просто готовить люблю. Хотел я воевать, да ну нахер, я бы мог стать рестлером, или в порно сниматься, или и то, и другое. Я изучал лягушек, лягушки невероятные. Я говорил им, что вы мне одни. Знаете, что смешно? Я была за мир во всем мире. По правде говоря, им все равно, кем мы были раньше и чего хотели заниматься, для них мы просто рабы. Но если они думали, что это будет легко, они пришли на ту долбаную планету. Я думаю, нормально будет со звуком все. Так. Но это должно все, по идее, просраться. Serious Sam the Hero. Так, ну погнали! Шмаляем, шмаляем, шмаляем. Давай, 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 давай. Помер? Помер. Это что, это... Какой-то сразу, я уж не помню, что там в тесте было. Подожди-ка, подожди-ка. Нормально, должно быть, нормально, нормально. Стоп, а, ну короче, я должен был сдохнуть, да. Ты, кстати, не удивляйся, я окно загрузки вырезал, долгое оно. Все, черт, а ты только уродливый становишься. Рим, Италия, 92 часами ранее. Алиен, артефакт Аску... Аскужин, что ли, короче, хер его знает. Бомба, доброе утро, дамы и господа. Сегодня я буду отказывать вам поддержку с воздуха. Погода ожидается ясной, с периодической стрельбой. Перед схождением не забудьте ознакомиться с брифингами от лица армии обороны Земли. Желаю вам приятного визита в Рим. Итак, нам нужно встретиться со священником. Ага. Потому что он знает, где искать ковчег Завета. Ага. В котором хранится Святой Грааль. Ага. Который на самом деле инопланетный артефакт. Ага. Значит, нам надо в Ватикан. Ага. Ты в гре, новичок, привыкай. Ну не знаю, блин, это как-то из кода да Винчи. Тебе что, не нравится кода Винчи? Нет. Почему? Выдвигают интересные теории. Бульварная литература. А кто ваш любимый писатель? Филипп Киндер Дик, наверное. Джонс Филипп Киндер... Стоп, Сэм что, читает? Черт, ребята, ребята, к вам летят. К нам не просто летят, по нам херачат. Сэм? Anyone? Сэм, кто-нибудь? I'm here. Слушаю. We got hit hard. Нас прижали сильно, колонии по буквам жопа, нужно перегруппироваться, отходить или отойти, перегруппироваться, без разницы. Потери есть? Водитель мертвый, новенький. Я жив, кажется. Так, новенький, как тебя звать? Кеннет, сэр. Кеннет, сэр. Хорошо, Кенни, расслабься, сейчас будем стрелять инопланетян.
Новая основная цель — найти отца Михаила. Здорово! Так, ну что? Так, давайте еще раз посмотрим настройки. Я ее заманался настраивать. Вроде как... Да. Контроллер. Автоприцеливание. Автоцентрирование. Включено, да, чтобы не заморачиваться. Так, ладно, сейчас посмотрим, как он стреляется. Did you miss me? Хорошо. Не нахер. У меня оружие сломалось, кажется. Еще мало, не нервничай, я порешаю. Ну давай, давай, решай. Что за пещерики? Помер, отлично. Кто-то еще будет, нет? Желающие есть? Так. Хорошо. О, сэр, эти левиафаны жрецы гораздо больше, чем я представлял. Дело не в размере, мало, главное умение, когда-то Клира убил кусачками для ногтей. О, трепло. Ой, трепло. Подожди-ка. Все? У него, по-моему, бесконечные патроны у этого пистолета, да, если я ничего не буду? По-моему, бесконечные, да. Ладно, пошли воевать. Обращенные люди, превращенные в пушечное мясо для орды ментала. Милашка, скажи. Как им помочь? Нанести пули в необходимом количестве. Милашки, да. Арены, короче, понятно. Чё? Чё за звуки? Влияние. Сиди спокойно, Кеннет. Хорошо, готовы. Все? Хорошо. Постреляли от души. Прям вообще. Прям атомно. А окна загрузки, да, я буду резать, потому что долго загорится. О, да. Да, не помешало бы мне оружие сейчас. Принято, но это игрушка для больших мальчиков. Так, ну-ка. Давай-ка вот это выберем. Свободен. Так. Здесь. Чё, ничего? Здоровье у меня 105. Где они там? А, это ты что ли, говна кусок? Все. Так, вот что это говно еще. Так, нет, вот еще. Хорошо. Всех положили. Да, кстати, игра, как обычно, я с геймпада. Сколько? 87? Ну вот уже 97. Чудесно, прелестно, великолепно. Давай-ка сюда. Здесь. А, нихера тут. Так, дальше идем. В принципе, гнаров можно руками душить, но с большими группами лучше использовать дробовик или винтовку. Ну, елки-палки, все. Когда я научусь оружие переключать-то? Если бы у меня было оружие, хоть какое-то. Нет у тебя никакого оружия, понимаешь? Нету. Это что, картечь? У нас 49 картечи, отлично. Давай. Да, не забывай, отрыжки взрываются, так что не попади в разбор, разброс блевотину. Look, it's not a scientific term, but it works for me. Так, я стрелял, поэтому не успел прочитать. Не все буду успевать читать. Что так FPS-то падает, а люто в OBS? Ну что за бред? Здесь-то все нормально. Вообще отдуреть. Не удовлетворен я.
Так, 96. Ну давай. Вот это вот. Сэр, если мне изменять память, на карте сприфинга прямо вот этой стены были склады АОС. Может, пора начать читать документацию. Пошли. Новая цель исследовать склад АОС. Сэр, у меня все еще нет оружия, так что может не быстрее? Можете быстрее? Хорошо, сынок. Я постараюсь. О-ла-ла-ла-ла-ла. Беги отсюда, на. Еще. Пошел нахер. Так. Это отсюда кто-то стрелял? Нет. Отрыжки прикольные. Взрываются, всех нахер. Сносят. Мне кажется, что я что-то слышал. Вам показалось, наверное. Так, хорошо. Здесь ничего. Попал, что ли? Пошел отсюда нахер. Так, великолепно. Мне нравится, как мы двигаемся стремительно. Так. Все. Со всеми разобрались? Вроде да. Спирали вы. Откуда вы взялись, я не понял. Какой глупый вопрос. Много? Все. Там за стеной. Ладно. Так, здесь, короче, мы сейчас будем адски лутаться. То, нет, мы не будем адски. Каким образом вообще выжил, алё? Понятно. О, 99, так, у нас полный хил. Здравствуйте, друзья, говорит Билл Корм, это радио «Свободная земля». В эфире новости. Наступление на Тунгуску продолжается, и войска ООС оттесняют сюда к Иркутске. Так, это все мы слышали в самом начале. Так, это что, голограмма? Да, да. Сейчас я вернусь, Кенни, так, заткнись. Просто заткнись. Так, ну что, мы вооружены и практически очень опасны. Получается, что да. Пошли к Кенни. Так. А эти мудаки что, не будут бежать дальше? За нами. Или мы всех положили? Здесь они не рисуются. Видимо, нет. Убил, значит, убил. Ладно. Кенни! Кенни! Я иду! Ну-ка. Слава богу, да, это я. А где ты, Кенни? А чё я тебя не вижу? Это что? Ну это хил. Найс! Красиво! И теперь мне можно оружие? Ты понимаешь, забавная штука. Всегда только подберу такую штуку. А, ну вот и они. Кто тут? Иди нахер, алло. Ну чё? Говноеды. Не кисло они мне хилку снесли. 60%, 40 нахер выжрали, как нехер нахер. Почему ворота не открываются? Потому что, разумеется, что это защищенные автоматические ворота. Кто говорит? Говорит профессор Готлиб Гизель, ваш научный консультант. Guten Tag. Он всегда так случайно включается? Мне кажется, ему просто скучно. В смысле? Оооо!
О, как я оказался к этому не готов. Так, быстро-быстро. Быстро-быстро, у нас 7%, мы можем не выжить. Как это было, а? Тупо. Быстро броньку. Хорошо. Давай, вот так. Пошел. Вот так. Мы выжили? О, а тут же этот был. Так, еще один дурашлеп есть. Так, иди нахер. Как мы выжили? Это было жестко. Да. Ладно. Да. О, бычье. Так. It's an angry steak. А я не понял, почему. Why are these cows so angry? Так, ну-ка быстро, Сэм. Bad cow. Oh, bad cow. Все? Looks like that was the last of them. Фух, похоже, это последние. Ворота открылись. Нормально. Прям нормал, да? 55, забрали 92. Еще есть что-нибудь? Ничего нету. Это плохо. Ладно, пошли дальше. Дрон жнец, так вот как они превращают нас в обращенных. Тебя засасывает в матку, а из матки ты уже выходишь машина для убийства с ней. Так, ментал очень заботится о переработке. Нормально. Матку засасывает, все дела. Процесс понятен, в принципе. Так. Хорошо. Пиу-пиу-пиу. Все. Так, тут я что-то... Да, вот оно. Это она. Ахаха. Секретная броня? В смысле, это... Люди Земли, сегодня прекрасный день. Идеальный день, чтобы довольно прийти на обращение. Иди нахер. А-а-а. Ой, завали. Понятно. Что он имел в виду? Этого говорить не буду. Сэм, нас вызывает отец Михаил, загружая координаты в Энертан. Так, эвакуация Святого Духа в процессе. Эвакуация Святого Духа, хорошо. Так. Еще броника. Так, что-то чувствую. Нет, не это. Вот это будет в самый раз. Так, подожди, а... Так, где они? Ну-ка. Да-да-да, давай, гуляй. Все. Ну, с тобой мы вообще ничего не обсуждали, говно ты сраное. Готов. Все? Готов. Хорошо. Finally. Уф, наконец-то. Так, у нас тут есть quick save. Быстрое сохранение. Хорошо, я его сделал. Так, а это что? Патроны. Картечь. Да. Это радует. Так, и что там? Обстановка нам какая? Так, мне тут пока пекаль. Вот так.
Ну, где? О, это что за манкубус? Он здесь вообще называется. Полетели, да? Ага. А, сэр, я знаю, что это учитель-ракетчик. Кто это? Давай-ка, так, подожди, где он? Где этот мудак? Я вообще не вижу, откуда они стреляют, если честно. Так, этот готов. Готов. Тоже готов, готов. Да я снайпер, елки-палки. Готово. Где? Все. Так. Да, конечно. Я чуть не стал ее ловить. Сингулярность прошел, забыл, что я не могу ловить ракеты. Это было бы забавно, конечно. Так. Так, иди нахер. Так, ладно, давай-ка мы вот это возьмем. Он еще живой. Да сдохни уже, алло. Так, это так дело не... Вот. Да что ты делаешь? Какое же здесь конченое переключение оружия? Сэр, вот I think that's it for now. Сэр, кажется, это все. Все? Мы всех убили? Что-то мы как-то быстро всех убили. Очень быстро мы всех убили. Так, сколько у нас всего картечи? 71, ну можно и с пекалем побегать. Мне нравится. Пекаль отличный. Так, бронечка. Еще плюс 10. Это что у нас? Так. Там есть что-нибудь? Ну-ка. Так. Может еще какие-то секреты какие-то, может бронька есть. Это я такой круг сделал? Ну я молодец вообще, или это не круг? Да, это круг. Великолепно исследуем локации, прям то, что надо. Угу. Давай, Сэмушка, дай хлебушка. Не знаю, наверное, там можно было покороче пройти, но я так решил пройти. Изучаем, так сказать, мир. Да, это, короче... А, ну это арена внизу. Понятно, теперь все. Да. Благо, Сэм не устает бегать. Вот. Бронька, надо броньку копить. Хорошо, 55. Прям прелесть-то какая. Так. Да, плоховатенько, конечно, игра работает. Я еще на записи посмотрю, что-то мне не нравится, как она в OBS работает. Че, пришли? Пришли. О, мудаки пришли. Во имя отца. Во имя сына. Во имя Святого Духа. Фаза Михаил. Амен. Отец Михаил. Пога, отец Михаил. Разве не колонна должна была приехать? Я твоя колонна. Здравствуйте, я Кенни.
Бомба! Готовы к эвакуации! Подбираю Родригес и Джонс на площади Республики. Давайте там встретимся. Свидание, так свидание. Отче, собирайте вещи, нельзя заставлять даму ждать. Мой дробовик и моя вера со мной, сын мой. Все вещи собраны. Окей. Продолжаем. Так. Встретиться с Родригесом и Джонсоном. Куда? Пошли. Воевать. Да вы чё, охерели? Фазер, фазер! Чё, я один тут с ними со всеми воюю? Чё за фигня? Значит, вы из самой России приехали искать Святой Грааль? Да, вообще, как католицизм, Святой Грааль ересь, но сейчас не до догматов, каждый должен делать всё, что от него завещает для спасения планеты. О, стрелочка, нафигатор. Интересно, да. Очень здорово, мне нравится. Почти Dead Space. An update on the Tunguska offensive. As previously reported, the EDF front. Мы все это слышали уже, но Tunguska тоже все это есть у нас. Так, ну. Давай, давай, давай. Где мясо? Это что, огромная стальная змея из космоса? Точно, значит, змея. Чё, я не убил ее? Так, иди нахер. Осторожнее, друзья, пахнет морепродуктами. Это приближается актонийцы. Так, короче. Достали меня. Все. Броньку мне все, суки, посносили. 100 картечи, отлично. Прям живем, живем, живем. Иди нахер. Ха-ха! Сколько вас? Алло. Фазер, ты где? Алло. Ухо востро, да, давай. Отстреливаю жестко я эту картечь. Иди нахер. Так. Релодинг. Все, весь релодинг. Размотали. В смысле? Нормально. Тут нету ничего. Я просто не стал двойную тратить, потому что она тратится быстрее. Так, это что? Картечь? Великолепно. Вон еще что-то. Да-да, отлично. Просто отлично. Так. Тут есть что-то? Да. 100. Мы просто картечь сейчас обмазываться будем. Так, быстрое сохранение. Все с геймпада, кстати, можно делать, что очень удобно. А теперь короткое сообщение от редакции. Кто такой лорд Ахриман? Большой злодей, это понятно, но кто он на самом деле? Кем он становится, когда возвращается домой и откладывает в сторону луч смерти? Вот что я думаю, он самоутверждается за счет других. Если забрать у него его войска, его корабли, его дронов-пропагандистов, останется только Джерри Даберман. Да-да, тот Джерри, который бил меня в четвертом классе. Интересно. За то, что я был его ниже. Он скоро узнает, что тем, кто тебя ниже, на самом деле гораздо проще дать тебе в пах. Да, Даберман, надеюсь, я тебе что-то там сломал. Потому что так и надо поступать за дирами. С них нужно сбивать спесь. Спесь. Все. Выключили.
Еще будет войнуха? Конечно будет. Чтоб в этой игре и не было войнухи. Да как же так-то? Она про войнуху. Я жду войнуху. Где? Так, это что? Профессор, вы нашли сирианский артефакт мощи. Я полагаю, что облако наночастиц внутри может дать вам новые навыки. Прокачка, что ли? Однако для человеческого мозга они могут быть слишком... Вдохнули, да? Ага. Разумеется. Ага. Так, лутер-шутер. Из убитых врагов иногда выпадают предметы, снаряжение. Это что такое? Враги? А, Сэм. Так, это что? Лечебный пендель. Нанося урон в ближнем бою, вы исцеляетесь. А это? Из убитых врагов иногда выпадают предметы. Давай вот это возьмем. Так. Понятно, у нас есть прокачка. Это что? Держите в каждой руке по пистолету или другому одноручному оружию. Оружие перезаряжается быстрее. Ну, неплохо. У нас очков нету, я понял. Короче, вот эту хрень находим и прокачиваемся. В Сэме есть прокачка. Ну, кто бы мог подумать. Так, идем сюда. Забираем. Похоже, мерзкие людишки применяли против нас так называемую тактику партизан. Бесчестную стратегию боя, названную по имени отвратительного напитка, который люди пили перед боем. Они прячутся по всему городу, наблюдают за нами, подслушивают, выжидают момент, чтобы ударить. Но мы им этого не позволим. Мы собрали эту группу, чтобы вырвать у врага инициативу. Мы вычислим их всех, зачистим их логово и заставим их выйти из тьмы на свет, где закрушим их с помощью асмеричного явления, единого вечного. От каждого из вас ожидается максимальная отдача во имя сверхверховного Актифика и самого Тахума. Понятно. Давайте мы сохранимся. Вот, смерть из преисподней. Завтра уже будем с ним выяснять отношения. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых... Всем до встречи, всем пока.